Пенсия отдельно, социальные выплаты отдельно. Теперь пенсионеры получают выплаты частями. Следовательно, и СМС о денежных зачислениях, кто пользуется услугой мобильный банк, приходит несколько. У горожан это вызвало недоумение. За разъяснениями мы обратились в пенсионный фонд. Татьяна Михайловна пришла в пенсионный фонд разобраться. Раньше она получала одну сумму пенсии, а с декабря другую, на 2000 меньше. Пришло такое вот тут непонятное. И чтобы узнать, я сюда пришла, потому что пенсию мужа, не моя пенсия, мужа разделили. Он инвалид, и инвалиды это разделили, как говорится, было 19 с чем-то, а сейчас 17. Я не поняла, вот и пришла сюда и разобраться. В подобной ситуации оказались все, кого обслуживает Сбербанк. Он установил новое программное обеспечение. В пенсионном фонде поясняют, пенсия меньше не стала. Просто раньше она суммировалась со всеми социальными выплатами. Теперь начисляется отдельно. Очень много звонков и обращений именно по поводу того, что, например, пенсия пришла, ЕДВ не пришло. В этом ничего страшного нет, просто зачисление идет разными суммами. Сначала зачисляется пенсия, потом другие социальные выплаты, которые у человека есть. То есть сколько выплат, столько и зачислений. Если пенсионер пользуется мобильным банком, то он получит несколько СМС о зачислениях. В пенсионном фонде говорят, что это удобнее. Ведь раньше многим было непонятно, какая у них пенсия в чистом виде и сколько социальные выплаты. Новая система позволит внести ясность. Валентина Приходько, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.